Приветствую зрителей Эскадо АТВ Гибергейм Твич Гудгейм. Что ж, у нас второй стрим, посвященный игре Disciples. И, как ни странно, мне понравился тот челлендж, который я сам себе поставил. В том плане, что мы играем без сейвов, на максимальной сложности. Ну, скажем так, это довольно прикольно. Получается. То есть права на ошибку у нас нету. Особенно теперь. Да, почему бы и нет? Это. Почему нельзя поиграть без сейвов, я не понимаю. Игрушка вроде хорошая. Так, сейчас, секундочку. Ох, хотите, не хотите няшек сбоку, а? Я могу вам няшек организовать сбоку. Или не могу. И в теории могу. Сколько места осталось свободного? Это дофигища просто. Хотите няшка? Что-то как бы мне все равно девать нечего. Чатик девать некуда. А, кстати, давайте чатик добавлю. Че я туплю? Чатик, чатик, чатик. Пускай захватик был слегка кривой. Где няши? Нет, няшек не будет. За место няшек у нас чатик. Так. По-моему, чатик я слишком сильно достал. Да. Надо было его сделать. Все нормально. Ту-ту-ту-ту-ту. Где няшек? Кстати, ребят, чатик нормально видно, а то у меня что-то его переключило весь. 101 день, вторая миссия. Так, а что я тут хотел сделать? А, да, я смывался. Ну, возможно. А вдруг сработает? Зря я союз с демонами заключил. Так и знал. Не, ну если вы хотите, я могу няшку прямо сейчас засунуть в чатик. Так, блин. Ну какая вам няшка больше нравится? Сейчас, секунду. Раз вы так настаиваете. Блин, у меня нету арта по дисайплам. Нормального. Что у меня есть? Ту-ту-ту-ту. Папка для стрима. Да мне ничего особо тут нету, кстати. Я сюда ничего запихать не могу. О! Разве что вот это я могу запихать.
Точно, он будет на вас смотреть. И вы будете умиляться. Такой милый КТ. Теперь чатик не видно. А зачем нам чатик? У нас есть код. Черт. Нереально. Блин, ребят, либо КТ, либо чатик, выбирайте. По-другому не влазит. А, ну я знаю, как сделать КТ. Я КТ сверху поставлю. Тогда и чатик влезет. О. Код будет на второй половине чата. По-моему, он закрывает карту. А вот теперь не скрывает. Ну, я очень надеюсь, что там никого не будет. А, урон 30. Не пугайте меня так. Все, сидеть в городе. 400 золотых! Я вас шатал! Блин, я опять забыл этим архангелом походить. Кстати, ребят, как вам киска на стриме? Клёвый же кот. Странный чувак, он как вроде и в атаку шел, а вроде и не шел. 200. И у меня ничего нету, да? Четыреста надо, чтобы преснуть. Денег просто не хватит. Ой-ой, я ж скайп палю. Извиняюсь. Господи, еще один человек, который не
Предлагает Сакуру Спирит. Ну, если на халяву. А так у меня сейчас не нужно, чтобы что-то покупать себе. Печаль, беда. Так. Надо бы сломать. Пока есть такая возможность. И вот тут вот надо отхватить тоже все. Этого я не остановлю. Я закрыл, так, секундочку, я закрыл Twitch случайно. Twitch, извини меня, я не хотел тебя закрывать, честно. Так, секундочку. Все, поехали дальше. Извиняюсь за такое, Disciples адекватно не захватывается вообще никак. А, да, у меня реклама. Знакомьтесь. И у меня на Твиче реклама пошла. Господи. Да отстань ты уже от моего архангела. О, да ладно, у меня там... О, так у меня там этот жив. Лол. Ну, это сейчас вынесет. Даже можно не пытаться. Так, 450, а там сколько у меня? 400 монет. Сейчас еще обязательно по мне чем-нибудь долбанет. И на 30 единиц. Точно угробит. Так. Я вообще про этого забыл. Чувака. Чё, Сань? А, он Сань не напал, потому что он это не возьмет. Угу. Угу. Банда головорезов. Окей. Чати гуф. Но зато у меня есть замечательная котейка. Меня раздражает, а? Лица бы ему переломать. Да нечем особенно. Так. Неприятный чувак. Ha ha ha!
Ох, это было опасно. На халяву еще и прохи. Ну ладно. А, не, на халяву. А, у них еще и в городе охрана. Еще и ассасин апнулся. Вообще шикарно. Так. Треснуть сможет? Любители жезлов. Мана рун или мана жизни, я так и не понял. Скин рвался. Увеличение силы. Это он зря, кстати, затеял. Лучники тут хорошо будут решать. А он даже, по-моему, не убьет ни одного. Грацеву со сливом. Неплохо. Ну, чем можешь сейчас обломать демонов и напасть на демонов из-под тишка? Она ведь без армии, да? Магического доспеха вряд ли хватит одного. Хотя, с другой стороны, моя цель вот этого убить.
И он с ней прекрасно справился. Ах, блин. Ты тотем-то ломать будешь, не? Честно, я понимаю, что он делает. А он, кстати, не хитрожопа, они сейчас меня просто массой задавят. Тот город. Жизни. Манна жизни. Ну, у этого города должна быть. Манна другая. Только что-то я не вижу. Ладно, постреляли на котейку, я думаю, хватит. Пора котейку убирать. Котейку можно побольше сделать. Что-то не нравится им явно мои. Пал. Наушники хорошо стоят. Десять хп, но он все равно труп. Да, печально. Выжили как бы только лучники. Но они только выжили, они еще и лавнутся. Довольно забавная ситуация получилась. Кадет, да, я понял, что вослался-то нет. Ну это просто жесть. То есть банально выжила куча лучников, которые лавалапнулись и теперь будут пинать всех, кто будет заходить в этот город.
Как бы в этом есть некоторая ирония. Так. Пора бы так-то попробовать снести этот. У меня есть закол один. Конечно, не шикарно. Но все-таки уже неплохо. Так. А вот это уже наглость. Так. Интересно. Наверное, все-таки зря это сделал. Я знаю, что мой герой мертв. И все равно пока денег нет на рез. Так, ну в теории, конечно, я могу снести этот город. Будет больно. Даже не так, будет очень больно. Thank you.
Короче, надо каким-то макаром заставить настоящих вот ударить вот этого. Нет, упорно долбит по герою. Блин, герой умрет, это фигово. Герой должен был выжить, по факту. Ну все, он сейчас добьет героя. Это я еще, кстати, оббафался так хорошо, и то есть меня все равно как бы выносят. Обидно, что герой умер. Мы победили короля орков. Теперь нужно... Угу. Чтобы его резнуть, мне нужно 200 голды. Ну, офигеть тебе, я вообще без денег. Это безденежье. Так... А, там их два было. Да, ясно, почему он меня убил. Да, больно. Матриархами, та еще имба. Ну, я знаю, что та имба, но я не маг, по определению. Нужен, чтобы быть стопроцентный бой, нужен класс маг. Но у меня, к сожалению, класс совершенно не такой. И это очень-очень плохо.
Чего они прикопались? К моему архангелу все, а? За бремя. Давай не борзи, блин. Тебе лицо могу легко сломать. Урод, а? Забыл я передать своему хилки реса. Так, ну, в принципе, можешь сейчас их вроде половить. Черт, жезл воткнула. Надо этот город отхватить. И кланы в осаждении будут. И надо у демонов отхватить, кстати. Я уже, кстати, демонов захватываю, причем. Просто. Офигня. Аж не стоит того, чтобы сражаться с ними. Доспехом грохнуть призывателя. Точнее, что он тотемы не ставил. Все будет офигенно. Да! Фу! Я его не убью сейчас еще. Нет, там, конечно, не пост... А. Не, я его убью. На следующий ход. Хотя нет, я его на это убью. Бах! И ты не сможешь мой тотем снести. Ибо нефиг. Так.
И сейчас все промажут по нему просто. Не промазали. И все левелапнулись. Офигенно. Офигенно. Теперь я даже этим чуваком могу за ними гоняться. Кстати, манна, которая мне нужна. Надо бы героя еще одного купить. Тайные науки, посохи. Посохи и свитки. Архимаг 500, блин. Денег нету. Мне понравилась фраза «Мы это вам не простим». Как будто я вас боюсь. Так. Тем это уже ставить некуда. Это вообще жесть. Там просто столько народу полегло. Так, ну, в принципе, есть пару интересных мест. Можно сходить. Я не хочу заканчивать быстро миссию. О, так, сокровище. Кракен. Да туда сходим. Тут этого, мне кажется, хватит. Надо еще визор докупить. Для полного счастья. Все-таки решился на меня напасть. Урон 25. Конечно, ты хорош, что убил. А что дальше делать будешь? Значит, мне герой убьет, правда? Че убежал? Ты пипец просто какой-то. Гоблина. Эта штука мне вообще нафиг не нужна, если честно.
Так. Кстати, на кладбище, по-моему, можно забегать. Помните, нет? Не помню, можно, нельзя. Не, нельзя. Только по квестам, видимо, можно. Так. Кракен мощный. Уж мощный, вполне можно потерпеть. Так, дефенс. Гномьи наручи. Артефакт. Откуда он? Урон, наносимый предводителем. У меня уже чаша скверны есть. Конечно, хорошо, но, блин, чаша скверны-то лучше будет. Так. Вот там ребята опасные. Опасен. Тридцать шесть. Что? Серьезно, 36 ДПС? Да мне что-то кентавра латника не хватает для полного счастья. Играй через дев. Просто такая имба получается. Кстати, напомните, кентавры же, по-моему, только один слот занимают. Я просто не помню, сколько слотов они занимают. 65, нифига себе. Да, один слот. Угу, спасибо. Ну вот, про это я и говорю, что кентавры-латники — это такая имба. Ассасин левел апнулся. Упорно хочет убить. Привет, привет. Упорное существо. Чё он мне так смерти желает? Ведь может ведь убить, а?
там медведь? Белые медведи, по-моему, они пожирнее будут. Да, они болезни не бьют. Да ладно. Не думал, что титан так сильно меня 42, но одного в деф героем выносим потихоньку. 46. Не убьет, да? 93. Ой! Да, конечно, зря. Лишний удар был. Ну, бывает в жизни неудача. Там, короче, кто-то есть, но я не вижу кто. Это никто, это руины. О, господи, руины даже не с греченными варварами. Это вообще плен. Да я их на пофиг вынесу. Короче, кроме золота ничего не дали. Окей. Yes. Yes. Продолжаем действовать на нервы нашему союзнику, оставляя его без ресурсов. Так. Живой, смотри, как остался. Господи, ну пройди ты через вора. Просто замечательно. Блин, герой еле ползает, господи. Черепаха и то быстрее двигается. Так. Надо везде хоть какую-то маломальскую армию иметь. На благо деньги позволяют.
И опять у меня нету своей маны. Вот смотрите, вот. 125, 100, 2, 200, 5400. Господи. Где столько маны нашел? Она бы и не убежала. Мне, в принципе, убегать и не надо было. Так. Че? 200 золота надо. Священный для Империи Земли. Здесь похоронен герой. Его отважный дух поможет нам. В смысле? Я ж не могу туда пройти. Не понял. Людоед. Что-то мне вообще яу. Мне кажется, ли пора изничтожать демонов, пока они не начали набирать силу. Что если они начнут отжираться, будет плачевно для меня. Конечно, я божественно промахнулся. Божественный промах. Прям годлайк какой-то. Ну, у него, по крайней мере. 182. Болезненный людоед. Деф, деф. Да, в героя, у которого 30 дефа. И сколько? Да, 30. На самом деле, был паралич, я бы замок страшил одним героем. Чтобы бутыльков мне хватило бы, чтобы героя сделать практически неуязвимым и хиллера. А там уже можно было бы и вытащить вполне. О-о-о. Нифиговый там город. Так.
Это очень интересный вопрос. Я должен вытащить. Мне надо немного, я думаю, быстроты прокастовать для полного счастья. Блин, чё-то я немного... Ядрить! Ядрить! А мне ДПС-то хватит? Ну ладно, насчет этого я более-менее волнуюсь. Он там может быть как-то и продержится. 210? Уф. 53. 50. 42. Так, ну главное, чтобы его сейчас не убили за этот ход. Блин, они тут жесткие. Он примерно 5 ходов выдержит. Нет, он даже меньше продержится. Еще хода 4 он продержится максимум. Нет, не 4. Два хода он еще будет держаться. Они мажут. Это очень плохо. 59. Тяжелый город. Совсем немного левелап.
А, конечно. Никогда не выбраться из гор. Ход подождем, наверное. Пока делать-то особо нечем. Так, а где у меня... А, так... А, он выжил. Я его куда-то в другое место отправлял. Я знаю, что я тут подумал, у меня есть дополнительно 15% дефа, то есть я, возможно, я один из городов страшу. Просто в какой город демонов рашить как бы смысла особого не имеет. Потому что в нем ничего ценного нет. Тут все скупили они. Мана рун. То, что надо. То, что доктор прописал. Безумный мудрец. Монет. Надо, короче, их кланов рашить, потому что есть вероятность, что с кланов выпадет дополнительный деф. Довольно неплохой буст. Как не смотри. Так, кто это там на меня решил напасть? Я не думаю, что он настолько имбовый. Неприятный чувак. О, левел ап. Отлично просто. Что доктор прописал? Удар дубины 84 ДПС. Ну, 84 ДПС это не так много. Был таким магия воздуха. Конечно, интересно. И как ты это... Это меня особо пока не интересует. Ориентирование, знание артефактов. А может артефакты ему дать? Да ладно, ориентирование возьму, пускай он дальше ходит. Так, нет, как вы нашли меня? Что вы ищете? Я никогда не освобожу ее. Кровь Архангела, о господи. Ты наркоман, что ли?
Утверждает, что поймал Архангела. Что нам делать? Я вижу, что он поймал Архангела, и как бы... И как бы, чувак, ты долбанулся. Что-то бред. Спасибо, так... Хранитель знаний думал, что может быть бессмертие. В ваших поисках. Кстати, напомни... Ядрить! Она пятого левела! Ядрическая сила! Архангел пятого левела! Десятков опытов не хватает на левелап. Что за бред? Так. Вообще сейчас могу расторгнуть договор с демонами. И идти, короче, их вынести всех. Потому что так надо и поступить. Демоны как бы вообще ни о чем. Так, сейчас, короче-то, демонов выносим. Расторгаем договор. Убиваем тех ребят. Они, по-моему, сейчас сами со мной договор разорвут. А, вот, она не тайных троп. Лидерство. Это, короче, ибо Архангел. Блин, я даже не знаю, что Архангелу-то взять. Знание тайных троп я всегда брал. Это, блин, как-то не очень. Ладно. Сила. Естественная броня. Знание тайных троп. Господи. Архангел пятого левела. Я просто шатал. Архангел сама кого хочешь ушатает. Так, а где у меня? А, ну вот он.
промах. Лол. Лол, он свой драться решил. Чувак вообще безбашенный. Промах. Четыре эликсира исцеления. Вот это я правильно зашел. Вот это я хорошо зашел. Так. Кстати, может того архангела сюда подтянуть? Пятого левела. 140 хп, 20 резистов. Трындец. Так грамотный, такой хороший архангел. Знание тайных троп, естественная броня, тайные науки. Тайное знание. Естественная броня, сила. Естественная броня, наверное, лучше. Сколько у него там уже брони? 50 брони, просто 50 брони. Это еще без бафов его. А прикиньте, этот наркоман еще начнет бафаться, короче. Инициатива фигня. Фигня. Добрый вечер, тебе тоже. Блин, а какой дневник читается? Я извиняюсь, я на самом деле могу прочитать, просто я очень сонный, я сильно устал. Так, иди сюда. Еще вас убивать. Кстати, я подумал, я, наверное, тебя тоже убью. И сейчас, наверное, пойдем тогда к гноме. Гномьи кланы с Рашем. Горгулья встала на защиту, трындец.